О чем стол? Так, всем привет, у нас сегодня очередной выезд клуба 4×4 покатушки Нижний Новгород. Сегодня нас максимально много. Ну что, парни, сложно, нет? Сложно, но мы не ожидали, что мы все пройдем. Да мы сами не ожидали, что мы пройдем. Все пока хорошо, да? Пока хорошо, пару деревьев. Деревьев укол? Да. Вот пару загибало у нас вот так. А зачем у нас в колее развернуло и пришлось ехать в лес. Импровизированная траектория была. Нормальный ход, ну. Так, сегодня у нас рекордное количество автомобилей. 17 или 18 для нашего клуба. Первый раз так много собрались, ну, помимо дня рождения. Едем к Шуховской башне. У нас патриоты, Нивы сегодня, семерка. Потом Соболь есть. Там, по-моему, Патрол. Ну, много интересных машин. Очень большое количество автомобилей. Сейчас придется вперед колонны бежать, чтобы успеть к своему экипажу. Так, у нас колонна растянулась слегка. Километра, наверное, на полтора. К сожалению, трасса пересохла. И какой-то выдающейся грязи мы не нашли. Давай! Тормоза-то отпускай! Лево, там выйдем? Вот так вот еще поехали, видим, я знаю. Нормально! По-грамотному, блин, выехал. Я тут перепрыгнул, я за ним. Так ты не сравнивай Жигули и говномобиль. Мы-то действительно перепрыгнули. Лёха, отходи. Всё, давай, Жига, первый. Мяу, на прелище. Что творит, а? Так, все, направо. Так, вот клей достаточно опасный. Ну, у вас прошел. Так, Ниву просто решил объехать, но она как бы в стоке, только на колесах. Ну, все остальные, к сожалению, походу тоже объедут. Хотя нет, вот Патриот, по-моему, сейчас поедет здесь. Да, как полагается, поедет. Так. Так. L200 решил по следам Патриота. Да, он проехал, к сожалению. А может быть, и не проедем? Нет, он что-то приуныл слегка. Совсем. Ему надо было ходом. Да, мне кажется,
кажется, он... Это ладно, а вот там Нива засела. И оторвал бампер себе. Ну вот. Лё, лучше объехать, наверное, там глубоко. Она тоже смотрит. Там, там Нива с него бампер оторвала. Что бампер? Бампер он оторвал. Нива? Да, 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 да. Слева. Так, пока не устряла, на семерке парни проходят. Заварка решает. Ну ничего страшного. Бампер вот, конечно, жалко. Но он лишний. Давай. Больше газу, меньше я. А вот я нормально сделал. А вот сейчас да, хорошо. Вот как надо. Прям четненько. И назад засел, и передом. На бампере сзади. Да. Бампере, да? Ага. Да, да. Шута вот длинная у нее. У тебя в дворе не есть. Ну нет, заехал, говорю, скользко. А ты его бы не сломал, да? Так, там вот патриот засел в грязи, он же на лебедке вытаскивает себя. Парни на семерке среди деревьев сейчас полезут. L200 там крепко засел, в принципе, как и Нива, Шевролет. Ну, пока интересные кадры получаются. Скучать не приходится. Так, вот сюда забрался с лебедкой. Посмотрим, как семерка зайдет. Гора очень скользкая под листьями. Грязь. Парни сейчас пятерки дадут копну. Ходом. На первой давай, передачке тормоз, давай, в натяг. Давай, езжай, езжай, не бойся. Отпусти тормоз. Не, отпусти тормоз. И газу, газу. Газу. Он первый раз сказал. Ситуация у нас разыгрывается таким образом. Патриот сейчас будут дергать 105-м крузаком. И сейчас все будут вот эту горку преодолевать, которую уже, в принципе, измесили. Ну, это нормально, плюс, я не ожидал, что увидеть. Ты имеешь в виду, которая вот там засела? Да, да, да. Но он поверил в себя просто очень сильно. Там он 105-й. А нет, он его так и не сдернул. Патриот мне его вытащил. И тот поверил в себя, да? Да. Мне вот интересно, как L200 залезет. Он же там первый раз присел. А
тяжелый, да, получается? Ну да, у него еще развесовка не ахти. Зад легче намного. Вот если здесь Шевролет проезжает, мне кажется, он там просто встанет. Патриот соскользнул, не хватило ему немного газа вот зайти. Последнее такое место, да, там бурмин. Да. Давай, давай, давай. Нет, все. Следующего цепляйте, сразу. Выскочил. Не надо было тормозить. Не надо было вообще. Так, пока там все в подъем не могут въехать, здесь Нива повисла полностью на брюхе. L200 ее пытается вытащить, но пока тщетно. Не получается. Не-не-не, сдернул немного. Чуть-чуть сдернул. А сейчас L200 тоже сядет, походу. Все, его стащило. Газу давай уже. Блокировка. Что да? Молодец. Заехала баги. Смотри, зашел. Хотя бы конец буксовать начал. Тут ситуация разыгрывается таким образом. L200 уже сел полностью, то есть ни вперед, ни назад не может двинуться, и отцепить динамку не могут. Денис на Патриоте подъехал, чтобы сдернуть его лебедкой назад и отцепить динамку. Ну а там уже по ходу, как пойдет. Все, вот он его немного подтянул, сейчас посмотрим, выйдет он, не выйдет. Ну, мне кажется, Митсубиши присел очень сильно. Он набуксовал много. А, вы хотели просто сесть, да, и сидеть? Нет, мы не хотели просто или повеселиться. Сидеть. Мы хотели, да, повеселиться. Нет, он накопал все, походу. Не вылезет. Не, он не вылезет уже. Его только вперед сдергивать. Он сильно сел. Нет, он присел окончательно. Не накапывай дальше, не надо. Сейчас лучше сдернуть вперед. Пока у нас здесь все немножко позастревали. Свободно остался 105-й. Соболь пока из второй тоже не сел. Саньонг, Нива. Так, вот Ваня почти вылез. А вот Патриот пошел. Патриот пошел. Ивочка! Олег, брось! Пройдет, не пройдет. Давай, семерка с того угла зашла. Не-не-не, тут уже накопали. Так, Нива благополучно не зашла. 105-й сейчас L200, я думаю, выдернет. Ну, наверное, Денис, по крайней мере, с той стороны решил проехать. Но там бревно лежит, так что придется уезжать вот за этим Патриотом. Так, они, смотрите, почти зашла. Нет, нет, нет. Слишком скользко замыли. И колеса замылил, и саму гору раскатали. Денис, ты его сломал, погоди. И не заденешь бревно. А, ну вот он его. За трос вытащил. Молодец. Так, парни не стали ждать. Вот на Кайроне Андрей решил проехать вообще сбоку. Давай, тут небольшое бревно. Давай, езжай потихоньку.
Давай. И сразу направо уходи. Давай, только не останавливайся. Так, ну смотрите, Кайрон на низком ходу, на тихом прошел, заехал. Так, а все остальные пока в попытках. Во, да, побольше. Да, он решил попробовать. Сейчас он его уйдет. А, он сюда, плохо. Нет, зашел. Все, заскочил. Пока я там ходил-бродил, Соболь проехал, Патриот тоже забрался. Так, ну Денис тут как бы и стоял. И у нас сейчас вот осталась одна последняя дилемма. Это... L200. Залетел. Патрик, да, разулся. Ты не спустил? Не, просто разул. Просто разул? Да. Давай вот так. В смысле разул? Ну, разулась. Так, он тут пока на разутом что-то пытается сделать. Все слышали команду. Вот так вот разутое колесо, ребят, себя показывает. Резине, походу, пришло хана. Окончательно. Ну, спасатели побежали. Право руля, право. Застрявшая L200, ее там выдернули. Сейчас она последнее препятствие будет проходить. Давай! Лёп. А, это? Соболь. Да?
Так, как думаете, L200 сядет, нет? Или уже все растащили? Нет, проехал. Так, вот последнее препятствие, но уже не грязевое. Песчаный пляж. Ну, собственно, надо вот в эту горку въехать. УАЗы влетают вообще без проблем. Двигателя им хватает, а вот Нивы... Им сложно. Двигатель слабый. Соответственно, до верха доезжают, и все, тяга кончается, они встают. Ну вот даже, смотрите, какой берет разгон. И все, и встал. Патриоты прям залетают, прям в лед. Что на АТ-шке, что на МТ-шке. Вот парни, кстати, на семерке. У них тоже не получилось заехать с первого раза. Сейчас, по-видимому, будем их затаскивать. Ну вот, патриот вообще не напрягаясь заходит. Ну, они устают. Я вот все-таки больше переживаю за семерку. Там же парни весь путь шли очень достойно. То есть так, как они ехали, никто не ехал фактически. А с учетом, что у них просто задний привод на заварке, они показали всем прям реально, как нужно ездить, как нужно выбирать маршрут. Но песочная гора им, скорее всего, вообще не поддаст. Очень большой, наверное, разгон придется им брать, чтобы заехать. Так, вот Нива наискосок пошла. Да, и все, и встает. Вот, смотри, трехдверка залезла. Да. Тоже не хватило слегка. Чуть-чуть ему не хватило. Нет, ну Нивам вообще сложно. У них двигателя не хватает. Иномарки заехали, наверное, прям даже... вообще. И никто очень, даже не забуксовал. Легко, да. Не хватает. Так, а тот патриот вообще решил закопаться. Может, назад таки надо? Давай назад! Все, копать придется теперь. И вперед, и зад. Он на мосты уселся. Засел, да? Да. Не-не-не, вылезет, вылезет. А, ты подтолкнул воздухом. Ну вон, крузак. Даже не буксую. А вот парни решили взять большой разгон.
Зашли! Так, вторая попытка у него. Так, ребят, мы все-таки достигли Шелуховской башни. Это теперь культурное достояние Нижегородской области. Ну, очень красиво здесь. Большой пляж, который сейчас немножко забуксовали. Сейчас у нас будет обеденный перерыв и двинем в обратную сторону. Ну, день удался у нас, по крайней мере. Чуть об дерево меня не размазал. Дамы и господа, вечер у нас настал. Все у нас. Обеденный перерыв, скажем так, закончился. Подсчитываем потери на сегодняшний день. У нас кончилось сцепление на шниве. На двух-трех дверках оторвало задние амортизаторы. На семерке с подвесным проблемы. Опять вроде все. А, вот на этом УАЗе кончился аккумулятор. Ну и, собственно, вот пока такие дела. Как бы не особо веселый, но день удался. Отойдите, отойдите!